Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о паспортной программе Черногории. Она была анонсирована еще в 2018 году и запущена в 2019 сроком на 3 года. Таким образом, в декабре 2021 срок ее действия закончится. Почему мы решили выпустить наш сюжет именно сейчас? Как вы знаете, осенью 2020 года после громкого международного скандала закрылась кипрская программа гражданства. Одновременно были внесены изменения в другую программу, мальтийскую, по сути усложнившие получение паспорта. Что правда, до внесения этих изменений черногорская программа гражданства не пользовалась большим спросом. Зато сегодня это оптимальная возможность получения европейского паспорта через инвестиции. Смотрите в серии. Чем отличается программа гражданства Черногории от других иммиграционных программ? Сколько инвестор должен заплатить за оформление гражданства? Какие объекты недвижимости попали в программу? Что вообще происходит на рынке инвестиционной иммиграции? Итак, кипрская программа была необыкновенно востребована у россиян и граждан из других стран СНГ. Сейчас прекратила свое существование. Будет ли она возобновлена и на каких условиях, к сожалению, непонятно. Для тех, кому по-прежнему интересен Кипр, здесь и сейчас работает интересная схема получения ПМЖ при покупке недвижимости. Однако ее результат – это пусть и постоянный, но только вид на жительство, а не паспорт. Вокруг программы гражданства Мальты, модифицированной и анонсированной в конце прошлого года, на сегодняшний день слишком много суеты и споров, инициируемых Евросоюзом. Фактически, получение гражданства занимает от 2 до 3,5 лет. Но до сих пор обсуждается, какого цвета будут выдаваться паспорта – красные, как у всех граждан ЕС, или синие для инвесторов. Понятно, что такая неопределенность смущает на фоне весьма немалых невозвратных расходов. В Европе по-прежнему действуют программы золотых виз. Но если цель заявителя – получение гражданства, важно помнить, что в Латвии, Греции, Испании для этого придется, уже имея ВНЖ, подолгу проживать в стране. А сам период получения гражданства занимает не менее 10 лет. Особо выделю программу Португалии, где претендовать на гражданство можно через 6 лет после покупки недвижимости и получения золотой визы. Однако эта программа меняется в конце 2021 года. Кроме этого, заявителю необходимо сдавать экзамен по португальскому языку. Этот квест легко дается, например, выходцам из Бразилии, а вот русскоговорящим будет непросто. Пару слов о карибских паспортах. Да, это гражданство, дающее возможность полгода находиться без виз в зоне Шенгена. Оно предполагает невозвратные платежи порядка 200-250 тысяч долларов на семью без приобретения чего-либо. Если же приобретать недвижимость, расходы возрастут. А вот в программе гражданства Черногории затраты могут составить около 450 тысяч евро на всю семью. Из вышеназванной суммы 250 тысяч – расходы на недвижимость, то есть деньги возвратные. Таким образом, элементарная арифметика говорит в пользу Черногории. Все ли привлекает в черногорской программе? Многие, например, не верят в перспективы вхождения Черногории в Евросоюз. Теоретически оно планируется на 2025 год. Но, памятуя, как медленно расширяются границы ЕС и переносились, например, сроки интеграции того же Кипра, думаю, здесь финальное решение действительно будет откладываться. С другой стороны, 2025 год совсем скоро. И даже если вступление Черногории в ЕС отложит лет на 10, все эти годы инвестор и члены его семьи смогут пользоваться преимуществами черногорского паспорта. В частности, без виз въезжать в Шенген и проживать там до 180 дней в году. А в перспективе стать полноценными гражданами Европы без сдачи языкового экзамена и выполнения требований по проживанию в стране. Пандемия доказала преимущество наличия ВНЖ, ПМЖ или гражданства. Когда для большинства границы были закрыты, резиденты и граждане могли перемещаться относительно свободно, причем не только в страну, выдавшую соответствующий статус. И в первой половине 2021 года Россию многие страны по-прежнему относят к серой или красной зоне, а Черногорию нет. То есть черногорским паспортом гораздо легче передвигаться по миру.
Следующее преимущество. Черногорская программа предполагает выдачу паспортов сразу и детям, не дожидаясь их совершеннолетия. Наконец, получение инвестиционного гражданства Черногории не требует отказа от существующего паспорта. Получается, эта программа простая, относительно недорогая, понятная, а самое главное – быстрая. Паспорт можно получить за полгода. Программа гражданства Черногории имеет свои ограничения. Во-первых, как я уже говорила, она закрывается в декабре 2021. Во-вторых, есть квота по числу заявителей. Паспорт могут получить не более 2000 человек. Впрочем, опасаться второго ограничения не стоит. Квота в 2000 учитывает только основных заявителей. В нее не входят члены семьи. Кроме того, поскольку программа медленно набирала обороты, а потом еще и пандемия помешала, в итоге к маю 2021 года из квоты выбрано не более 300 мест. Поэтому к моменту окончания программы лимит вряд ли будет исчерпан. Перейдем ко второму, более существенному вопросу. Что нужно успеть сделать заявителю до декабря 2021 года? Ответ. Подать властям Черногории заявку. Рассмотрена и одобрена, она может быть и позднее. Когда наступает крайний срок, чтобы успеть принять участие в программе? Здесь однозначного ответа нет. Все зависит от того, как быстро заявитель и члены его семьи соберут необходимые документы. Их список я представлю чуть позже. Сейчас отмечу, что в нем есть справка о несудимости. Ее делают дольше всего – один месяц. Поэтому давайте предположим, что на сбор и отправку всех документов у заявителя уйдет как раз около месяца. Параллельно можно и даже нужно открывать в Черногории эскроу-счета, куда будут переводиться деньги для покупки недвижимости и оплаты инвестиций в государственный фонд. Если все делать одновременно, останется заложить от 2 до 4 недель на проверку благонадежности, которая предшествует подаче финальной заявки. Впрочем, оплатив государственные пошлины и уже начав процедуру due diligence, можно считать заявку оформленной. Резюме. Оптимальный срок принятия решений и начала активных действий до октября 2021 года. Начав позднее, успеть тоже можно, но определенные риски уже возникают. В любом случае, я бы рекомендовала начать сбор документов заранее. Срок их годности 6 месяцев. Испортиться не успеют. Какие документы необходимы для подачи на гражданство Черногории? Понятно, от вас потребуются гражданский и загранпаспорт, свидетельство о рождении и о браке. Далее финансовые документы, справка 2 НДФЛ, выписки с банковских счетов, учредительные документы для владельцев бизнеса, справки с места работы для наемных работников, документы о владении недвижимостью. Также потребуются медицинские справки, упомянутая ранее справка о несудимости для всех членов семьи старше 14 лет, документы об образовании, водительские права. Если хотите получить полный перечень документов с развернутыми комментариями о том, в каком формате, на каком языке они предоставляются, пожалуйста, отправьте заявку. Контактные данные на экране. Теперь о процедуре получения гражданства. После первичной консультации следует определиться с выбором аккредитованного агентства. Дело в том, что по правилам программы подать заявку на гражданство Черногории можно только через 3 авторизованных компании. Мы работаем со всеми тремя и за свои услуги дополнительных денег не берем. То есть в любом случае заявитель заплатит фиксированную сумму. Для начала работы рекомендуем предоставить копии загранпаспортов для первичной проверки благонадежности. Если вы числитесь в определенных черных списках, международных базах, дальнейшие шаги потеряют смысл. После проверки мы предоставим полный комплект необходимых документов на русском языке, бланки доверенности на открытие эскроу-счетов в Черногории, анкеты и другие необходимые формы. Заявитель подписывает договор с аккредитованным агентством и оплачивает часть его услуг. Далее необходимо оформить доверенности на сотрудников агентства, необходимые для запуска процедуры получения гражданства, и отправить их экспресс-почтой в Черногорию. После того, как авторизованное агентство получит их, за 2-3 недели оно откроет вам эскроу-счета. За это же время мы поможем собрать необходимый пакет документов, дадим рекомендации по вопросам происхождения денег и оформлению бумаг, проверим их перед отправкой в Черногорию. Кстати, если при подаче заявки агентство запросит дополнительные документы, на это вам выделят дополнительный месяц. Важнейший, очень популярный вопрос. Какие расходы предстоят инвестору?
После открытия эскроу-счетов заявитель переводит на них необходимые суммы. Во-первых, на покупку недвижимости. Это от 250 тысяч евро, если вы выбрали объект в проекте на севере страны, или от 450 тысяч евро, если выбран объект на юге. О выборе объектов мы поговорим чуть позже. Во-вторых, нужно оплатить инвестиции в государственный фонд страны. Это фиксированная сумма 100 тысяч евро, независимо от количества членов семьи. В-третьих, нужно оплатить пошлины на подачу заявления, проверку благонадежности, оплату услуг лицензированного агента. Предстоят также дополнительные расходы, которые зависят от пакета документов, объема перевода и прочее. На экране вы видите ориентировочные дополнительные расходы. Назвать точную цифру невозможно, хотя бы потому, что она зависит от количества членов семьи, объема переводимых документов, а значит затрат на услуги переводчика. Итого, три вида платежей. Вложение в недвижимость – 250 и 450 тысяч. Возвратная инвестиция. Продать купленный объект можно через 5 лет. Остальные суммы – невозвратные. Также следует знать, что суммы на эскроу-счета перечисляются до проверки на благонадежность. Но только после положительного решения властей они переводятся, соответственно, в государственный фонд и застройщикам. Если заявитель не проходит due diligence, средства ему возвращаются, за исключением государственных пошлин, стоимости проверки и услуг агентства. Due diligence, как я сказала, занимает от 2 до 4 недель. Проверку выполняют две утвержденных программы компании – американская и канадская. Какая именно будет проверять вас – вопрос случая. После получения положительного решения о благонадежности происходит окончательный взаиморасчет с уполномоченным агентством. Затем полный пакет документов передается в черногорские государственные органы. Дальше формальная процедура. Минимальный срок финального оформления гражданства – 2 месяца. Максимально допустимый – 12 месяцев. Фактически же рассмотрение документов и получение положительного решения от подачи заявки после due diligence занимает до 4 месяцев. После получения одобрения необходимо приехать в Черногорию всем членам семьи. В Черногории в сопровождении нашего русскоговорящего сотрудника и представителей международного агентства вы посетите Министерство внутренних дел страны для подписания документов о принятии гражданства, а затем предоставите биометрические данные и получите паспорт. На это потребуется 2 рабочих дня. С собой необходимо иметь оригинал загранпаспорта. Как я уже говорила ранее, дети заявителя также получают черногорский паспорт сразу, не дожидаясь совершеннолетия. Именно поэтому необходимо присутствие всех членов семьи. Ну и в заключение поговорим о выборе недвижимости. Черногорская программа, в отличие от других, ограничивает выбор объектов. Есть всего 15 утвержденных государством вариантов. 3 проекта находятся на юге, на море, остальные 12 на севере, в горах. Ни одного построенного к маю 2021 года нет. Программа призвана привлечь инвестиции в развитие инфраструктуры страны, поэтому речь идет об инвестициях в строительство именно новых проектов. Из 3 южных проектов 1, расположенный в Пржно, несмотря на утверждение программы, не ведет продажи и не привлекает инвестора. 2 Ама-резорт в местечке Чань предлагает выкуп отельных номеров. 3 и, по сути, единственный вариант на море, дающий возможность личного использования, апартаменты под управлением отеля «Бока Плейс», утвержденная программой фазы курорта Порта Монтенегро в Тивати. Это яхтенный курорт международного масштаба. Здесь можно ожидать высокую ликвидность недвижимости в будущем, а также доход от сдачи в аренду. Однако, как и на любом яхт-курорте, здесь нет хороших пляжей. Для купания в море условия не идеальны. Поэтому, если вы хотите иметь апартаменты на море, на Адриатике, я бы рекомендовала покупку недвижимости для паспорта в горах. А на разницу в цене, а это 200 тысяч евро, можно приобрести жилье, не привязанное к паспортной программе. 12 проектов, расположенных в горах, отличаются расположением, степенью готовности, инфраструктурой, расходами на содержание и размерами выплат инвесторам. В одних комплексах вы покупаете гостиничные номера, в других – доли в отеле. Это может быть критично при последующей продаже. Мы проанализировали все инвестиционные проекты и рекомендуем наиболее перспективные варианты, находящиеся на более высокой стадии готовности и предлагающие лучшие условия по возврату инвестиций. Вот условия для 2 типичных объектов. Оба находятся в городе Калашин, основном горнолыжном курорте страны.
Отдельно отмечу дополнительный плюс проекта Montis. Это возможность отдыхать в отеле Splendid на море до сдачи горнолыжного объекта в эксплуатацию, а также гарантированно высокий сервис от известной управляющей компании отеля. Вы можете познакомиться с полным перечнем объектов и изучить информацию по всем важным для вас факторам, обратившись к нам. При желании мы можем организовать смотровой тур и выбор объекта на месте в сопровождении нашего русскоговорящего сотрудника, а также онлайн-тур. Друзья, в заключение скажу, что черногорская программа весьма лояльна, и более 90% заявителей на сегодняшний день получили одобрение заявки. Мы сделаем все необходимое, чтобы вы добились получения паспорта для себя и своей семьи в максимально короткие сроки с минимальными затратами энергии и финансов. Буду рада проконсультировать вас. До встречи. Смотрите в следующей серии. Португальская золотая виза. Нюансы, статистика, предстоящие изменения. Процедура оформления золотой визы и актуальные рекомендации. Обзор рынка недвижимости Португалии.